Всем привет, меня зовут Павел, и я хотел бы оставить свой отзыв о пройденном курсе «Монстры маркетинга 2021». Впервые курс «Монстры маркетинга» я проходил в 2018 году. Сам я занимаюсь предпринимательской деятельностью, в данный момент занимаюсь именно конкретно в сфере строительства. Сам, конечно, не строю, у меня есть партнеры, кто строит, а я разрабатываю чисто сайты, настраиваю рекламу под какие-то нужды и занимаюсь продажами. В 2017 году как раз стало актуальным выход в интернет, то есть поняли, что нужно выводить бизнес в интернет, и начали искать информацию о том, как разрабатывать сайты, то есть как сделать сайт, как настроить рекламу. Перелопатили кучу информации, то есть очень много было каких-то там тренингов, псевдотренингов непонятных, и что-то даже проходил, что-то где-то учился, то есть, я понимал, что это все не то, то есть, когда проходишь тренинг и понимаешь, что это все не работает, соответственно, были поиски информации на YouTube, где как раз я узнал о Константине, то есть увидел его видео, где он настраивает там в прямом эфире контекстную рекламу. Мне понравилось, как он объясняет, что все подробно, досконально, то есть по полочкам разбирает, объясняет, где, что, как. И я решил попробовать пройти курс «Монстры маркетинга». Когда начал проходить курс «Монстры маркетинга», я, конечно, окончательно убедился в своем выборе, что я не ошибся, потому что я понял, что все, чему меня учили до этого, это не учили от слова совсем. И я ни разу, конечно, не пожалел. В этом году я решил пройти тренинг повторно, так как очень многое изменилось в рынке рекламы, очень многое изменилось в разработке лендинг-пейдж. И как раз стало актуальным, потому что появился новый проект по ремонту квартир. И я как раз решил взять этот проект и пройти как раз тренинг вместе с этим проектом. Во время тренинга удалось сделать свой сайт, то есть лендинг-пейдж полностью с нуля. Был разработан лендинг-пейдж, была настроена контекстная реклама в директе, на поиске, в том числе и RSA, Google на поиске, также КМС был настроен. И как результат, за последний месяц было получено там около где-то 20 заявок, то есть с рекламы. Стоимость заявки, это с директа, если то где-то в районе 350-400 рублей. Считаю, результат неплохой, так как регион у нас не миллионник и рынок достаточно маленький. Удалось достаточно неплохо выжить с этого рынка, плюс ко всему тому, что заявки были достаточно горячие, теплые. Удалось порядком 40% закрыть именно в сделку. Порекомендовать бы я хотел этот тренинг всем тем, кто занимается какой-то предпринимательской деятельностью и хочет вывести свой бизнес в интернет, либо уже ведет свой бизнес какой-то в интернете. Это действительно очень хороший тренинг. Я бы сказал, наверное, один из таких самых сильных тренингов, которые есть в рынке именно маркетинга. Во всяком случае, на моем опыте я проходил и другие тренинги. Были какие-то хорошие, были плохие, некачественные, которые действительно не дали какого-то результата. Но тренинг именно «Монстры маркетинга», он дает полностью развернутую картину о именно самом рынке маркетинга. Либо, опять же, рекомендовал бы тем, кто хочет освоить какую-то профессию именно маркетолога. Достаточно тоже можно зарабатывать неплохие деньги. Для себя я сделал вывод, что для меня маркетинг — это как хобби, то есть мне нравится этим заниматься в целом, разрабатывать сайты, настраивать контекстную рекламу. Это просто для меня это интересно. И буду этим заниматься как хобби. Поэтому всем рекомендую, кто хочет освоить какую-то новую профессию, либо вести свой бизнес в интернете именно, это действительно достойный, очень, очень достойный тренинг.